Дорогие читатели, говорят, что соперничество – превосходная возможность подготовиться к величайшим испытаниям. В этом сезоне Виконт намерен найти себе жену. Мне это не снится? Полагаю, нет. Позвольте представить вам мисс Кейт и Эдвину Шарма. Надеюсь, я им понравлюсь. Все, что тебе сегодня нужно, это вспомнить, кого ты ищешь. Кого-то приятного и красивого, разумеется. Я не единственная, кто задается вопросом, насколько бывший столичный повеса готов расцвести. Благодаря любви к своей семье я желаю выбрать невесту разумом, а вовсе не сердцем. Всем желающим получить аудиенцию мисс Эдвины Шармы придется укротить ее сестру. Сестру? Сестру. Ньютон разбирается в людях. О, видите? Энтони понадобится любая помощь. Он ищет жену лишь для выполнения своего долга, но в любовь он не верит. Не следует оказывать ему столь много внимания. Слабые играют в игру, а мудрые с противником. Вы теряете настрой? Мой настрой не изменен. Неужели ты не видишь в нем ничего привлекательного? Вижу, я догадываюсь, чем он может увлечь кого-то. Милорды, вы в порядке? Неприлично так глазеть. Необычайно мощная стихия. Встретить человека, которого знаешь, как никто иной. После смерти отца внутри тебя выросла стена, словно любовь стала слабостью вместо величайшей силы. И эта девушка покорила твое сердце? Неужели она именно та, от кого ты не способен отвести взгляд? Что происходит, когда долговое обязательство противоречит желаниям сердца? В этом случае возникает вероятность весьма значительного скандала. Моя честь висит на волоске каждый раз, когда я нахожусь рядом с вами. Я желаю сестре счастья. Вы справитесь? Истинная любовь того стоит, что бы ни случилось. Слова Уислдаун важны для моей душевной гармонии. Мы должны схватить Писаку. Бесподобная идея, мэм. Да, и я так полагаю.